Богатый Royal. Давай тут. Краешка, раз, прыгаем. Прыгаем. Трахтенбург! Трахтенбург Airlines. Так, так и есть. Я в бассейн прыгну. У меня... Ох, тут челика, смотри сколько. Бля, Андрей, надо брать машину и съебывать. Надо просто валить отсюда даже любым способом. Неважно каким. Нет, 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 ох, какой хитрый мальчик. Там уже чувак, я вообще на прикнаблен приземлился, сука, бежим, не надо мне вообще сейчас сказать. Там 45 СР только лежат, блядь. Там челик прямо в этом приземлился. Сука, у него ствол, по-моему. Не, у него нет ствола. Пора съебываться, Андрей. Давай, пошли, пошли, пошли. Ты где? А, вижу. Вот я. Блядь, пора съебываться. Меня, конечно, ёбить, ну ладно. Там челик дальше, сверху. Там бомж Олег, по-моему. Там сверху у него оружие. Плевать, бежим, бежим, бежим. У него бежим. Ствол. Ну их нахуй. Именно. Он слышит, стреляют. Тогда. По ночи их сменят лутать, подожди. Надо убить его. Это Шелкоз. Убил Шелкоза. Есть стволина. Одно отобрал. Правда хуёвая, но сойдёт. Ну ты видишь. Арбалет. А, ну не ваншой, чувак, он оставляет оранжевый хп, проверен. Без броника сейчас будет. Там ствол броник, нормальный. Скарель. Блять, скар. Ты себе? Возьму. Я шлем одну то себе. Угу. Бля, по 5.56 всего мало вообще. Да. Вот блин, пускай лучше усложнят игру. Пускай лучше не сделают того. Ну, чтобы везде было мало патронов, можно было найти. Памги в оригинальном все тоже было. Деталь. Есть, видишь? О, 5.56 еще. Патроны. И так, в оригинальном памге там ментуну все с патронами. Там патроны тупо ментуну найти. Это, блин, мне нравится. Сделайте так же, чтобы был хоть какой-то хардовый. Я знаю, что здесь вот 5.56 самые редкие. Смотри, бомж Олег бежит, мне бомж Олег бежит, смотри. Постреляешь? Да. Ну, это вообще пофигу. Убил все-таки. Болтаем его? Да, пусть у него будет пятерки. Ну, кажется, у него ничего не было, что он, видишь, даже не стрелял по мне. У меня одна обойма. Он даже, прям не стрелял по мне. Да, у него только гроза пустая. Пизда-то. Я 7.62 дохуя патрон находил. Вот пятерок вообще миллипиздрическое количество. Пятерок я ходил по 700 почти штук. Кар есть. Кар, ну, значит, себя... Второе оружие, как пускай будет. Блин, там далеко, конечно, мне находится прицел. Восьмикратный. У меня восьмикратный. А, давай. Я подобрал. Спасибо. Вот дальше. Нам зона нормально. Бля, Майк. Я свой холосайт с кроссбоу не подобрал. Эй, мальчик. Мы зона, не зона. Я немного ДЦП. А ладно. Ты сюда ему. Пидор. Нихуя нет такого сигнала. Вот это я, пожалуй, возьму. Кто-то. Там квикдрав на пистолет. А у меня extended квикдрав, поэтому я поменял его. Пидор. Да, Питер Паркер. Питл Палкел. Питл, да, правильно, он ведь Питл. Питл. Питл! Второй левел. О, холосайт, бери. Вот, заебись. Наскар L поставил. Стан граната, не буду, блядь, к сожалению. Ну чел, прикинь, сколько видосов весь этот, блядь, по МТА. Да хуя. Вот 20 минут. А 8... что ты за видос сейчас отправил? Какой ты вообще видос тянешь? Вот четвертый. Там, где я. Да, ты уже ливнул, типа, ты такой говоришь, я не буду играть. Там Антон еще тоже ливнул, типа. И я уже там один в конце выживал. Выиграл? Нет, я проебал. Ну там, блядь, меня маслили с двух сторон, что мне делать? Я иду, я выхожу из укрытия, меня маслят. Иду дальше, меня снова маслят. А, пойдем дальше, наверх. Там челики просто маслили меня в этом последнем. У тебя нет лишних 9 мм. Нету. У нас, наверное, всего 50 патрон получается есть. Да и это, конечно, мало. Только, дома, только красный шел. 5. На дробовик, короче, бакшоты. 12 гейдж. Я привык к бакшотами сантёр надо называть. Не суди меня. Пидором. Может быть. Да. Раньше было лучше. Ну, сайгат патрон, кожа там все, гейдж. О, ебать, хорошо. Я себе, пожалуй, даже нахуй скину вот этот вот дробовик.
О, четырехкратный окок. Вопрос только, знаешь, какой? Куда мне, сука, надеть? Его некуда надеть, UMP, сука, не экипируют. Окок я тогда возьму. Да не, я взял. Так отдай, я тебе холосай тогда. Я хочу найти нормальное оружие, потом буду тоже использовать. О, 5.56. О, ну надо взять. Ну да, тут много. Че, я много патронов. Один патрон всего. 31 патрон уже, это уже все решает. Ну да, магазин, сука, целый. Ну че, мы идем дальше? Тут СКС лежит, 7.62. Можешь подобрать. О, СКС, 7.62. О, да, сука. О, да, дрочи, мой хуй себе в рот просто, блядь. 7.62, и пусть СКС. Да, сука. Ребята, я в полной зопе, что делать? Ребята, я в полной зопе, что делать? А вот этот окок. У меня есть 8-кратный, да, СКС. Тут юмп лежит, 9-миллиметровый могу накинуть. Да, я уж выкинул юмп, на место СКС. А, ну туда. Возьми 8-кратный, точнее 4. Бляха, где он? Бляха, он там выложился. Пойдем. Вот. Трехкратный, заебись. Окок. Окок здесь, кстати, достаточно удобный, потому что очень легко с него киллы делать. Ну, он самый средний. Томиган. Я, пожалуй, возьму лучше Томиган за место Сайги. Сайга, нахуй иди. Сайга, блядь, прощай. Так. Вольт. Где еще 24 человека могут быть интересны? Голоски Чернобыля? Не знаю, где могут быть остальные люди, но я, пожалуй, возьму Томиган. О, пан, мой любимый пан, да. Блин, чё, тут меня запаливают этими, заваливают чем? АСРами на Томиган. АЦП. Не похуй. ИСЦП. На 5.56 я еще походу не вырос, чтобы стрелять. Всего 30 патрон. 7.62, 135 патрон. Ебой, бегат здесь. Так. Сука, задамажился. Больно ты как. Ай, блядь. Они задамажат, смотри. Хоп. Да ничего. Я знаю, я могу тебя стрелять. Вопрос, докуда сейчас на зону может идет? Не ебу. Питер Андурей. Андогрей. У меня есть идея, подожди. А зачем ты стреляешь? Ты пытаешься взорвать заправку? Да. Это зарячу. Бляха. Я боялся то, что это типа не взорву. В итоге так не взорвалось. А прикинь, как сейчас это стреляет, да? Взяли три фрага. А там команда фуловая, там 8 человек. Да я пытаюсь. Сука. Ты сделай это. Я знаю, что на авианосце взрываются ракеты. Это все знают, чувак. Они везде взрываются. Офигеть ты лайфхакер, братишка. Я помню, здесь как от копов убегал бы на тринити. Помнишь, через воду. В итоге мы нарисовали, я получил срок, третью ходку. Че, у меня уже 5 ходок было на тринити. Да, ну что, тринити заебатый сервер, только вот побольше бы разнообразия мух. И как на ревенте, сука, машины продавать. В наркотики делать хотя бы. Да. А хотя там не можно... можешь делать, да, там можно там пиздец заебаться с этим. Можно было, конечно, втянуться бы в это все дело, но, блин, пиздец. Надо слишком сильно дети рукой, блин, где-то хуй стопишь, чтобы там пиздец на постоянном, да. Чем на СС-ке мне делать, понимаешь, для повышения тоже пиздец, мне так непривычно. Ёбаные СС-ки. Кольт, иди в пизду. А мы с Вовчиком пошли на тринити играть. Так, сейчас не играем практически. Ибо сам надоедает. Да, увидишь 0.38, блин, будут моды мы на ним. Вот чувак понял, как это сделать. Я забыл, даже вспомнил уже у них. То ли нет, не Лени Фёст, не другой какой-то ютубер сам. Я забыл. Короче, какой-то там ютубер по сам, я уже забыл, но он не такой популярный, по-моему. 1000, по-моему, 30 подписчиков.
И он такой, типа, ну вот выходит новый сам 038, говорит, то, что и надеюсь, не будет того, что будут на серверах перекачивать прям так сильно с модами. И он это представляет, типа, да? И там, типа, это заходит, типа, все цветное, скин медведя, там, скин жена человека, блин, там все так, знаешь, заходят такие звуки рандомные, такие-то там машины, нахуй, все там из Лего, Бэтмобиль и так далее, и такой, а вот он новый сам, классная игра. Тут кто-то есть, 76. Взорванный, Сентинел, тут взорванный, это уже принял. 762 еще патроны лежат, блять, реально надо скар менять, видимо, на что-то другое. Если что-то скорострельное. А найду. Вот 5, вот 5.56, 50 патрон. О, нормас. Андрей, красавчик. Так. Мы, кстати, вот здесь залезали наверх и крысили. Интересно, реально, это похуй. А почему, кстати, микроузи нельзя как за пистолет положить? Что-то читерно, видимо, слишком. Так, ППшка, как и UMP, как и вектор. Вот веган. Наш вообще пиздец микроузи. Чел, ты посмотри. Чё? Круг видишь? Блядь. О, на аптечек бы надыбать. Если моя память не ошибается, там машина. Да, чел, у меня, кстати, нихуя ни аптечек, ни бронежилета нет. Не. Два энергетика, три бандажа. Машина есть, угадал? Да пиздец, уже угнали. Воры. Я вспомнил, как я здесь, сука, хранил свой дров великий на сервере с GoSheet. Да. Ну, кстати, вот здесь, когда с Антоном играли, вот здесь вот, сука, погибли, потому что мы не могли переехать эту гору. Переехать. Там, типа, три человека осталось. Я, Антон и еще челик. А мы не могли к нему никак подобраться. Пиздец, сейчас будет весело подниматься нам. Надо бежать. Это жаль, что мы на энергетике не ускоряем бег. Было бы классно. А что ты, кстати, у тебя сколько? Два энергетика, да? Хер тебе. Ну-ка наебни. Вол, ты сейчас захилишь. Фул хп в замесах решают. А я пока побегу быстрее. Я тебя кину. Питер Андурей. Андрей, я тебя кидаю. Ха-ха-ха-ха. Там, кстати, Project продали, все. Да я знаю, видал, мы новость купим. Сальвадор купил вроде. Так не бы кто. Помнишь? Это? Помнишь? А? Ну, то ли БС, да, БС. БС его купил? Да, по-моему, БС. Если не ошибаюсь. Не знаю, может лучше, может хуже, кто знает. Но увидим. В обновлениях увидим. Ну даже будет лучше, что ты думаешь-то. У разраба ведь первого, который был, то ведь мало времени на все это, чтобы заниматься сервером. Поэтому, может быть, теперь создатели БС, может быть, будет больше, типа, это, ну, активации. Может, они будут или будут делать лучше. Не знаю. Питер Андурей. Если бы я был бы создателем сервера. По МТА я бы сделал бы нахуй пабы, чтобы хайпануть немножечко. То что ну мы начали Дейзи, когда мне кажется. Да, Дейзи, конечно, играет, да, я ничего не, что это не говно. Но, блин, можно сделать папку захайпить на этом. Можно сделать качественный Дейзи и тоже захайпить на этом. Нет, там прям Дейзи полагал 100% человек всего лишь. Это не особо много для Дейзи. Точнее для МТА. А тут ферма, сперма. Которую мы уже пробежали, кстати. Там нажать машину не подано, ну ладно. Блять, я опять уебался. Машина стоит на фабрике. Она там спанится. Секс. Ну хотя бы машина теперь будет. Бляха. Я бы запизделся. Я бы эту фабрику утонул, бы мне надо. Найти аптечку. Так это вообще-то Чарли шоколадная фабрика, дичку. А, ну, Ладес шоколадная фабрика. Я-то... Главное, Тарик мне коцается, а я-то выхиляюсь за счет энергетика. Упал. Пиздец. Нельзя, мне понимали, на карме поставить вечный магазин, сука. Поехали.
Мне кажется, ПВП будет на изопилке. Вот честно. Чел, вот мне нужно, знаешь что? Аптечек больше, вообще без аптечек. Гейминг. Гейминг, нет аптечек. Хоть мы пока и не пиздимся, но аптечки нужны пиздец. Лесопилка будет ПВП, я тебе говорю. Ты чешь? Да, так по камере думаю. Испугались? Обосрался. Видишь, куда он идет? Лесопилки нет. Помнишь, что сам первый топ один, помнишь, слагами? Мы тоже больше на лесопилке лезем. Помнишь, здесь среди рея закончили. Мне кажется, то же самое. Испугались? Обосрался. Хотя не-не-не, давай сейчас не будем никуда выскакивать, просто посидим. Испугались? Обосрался. Вышел с криками. Сука, этот крик. Он самый, блядь, лучший. Виталий, я съесть какого-то оружия. Видишь, у меня какое оружие в руках? У меня есть какое-то оружие? Да. Мне ничего там. ТСКСА. Подожди, вот я сейчас целюсь полностью про этого прицела. У меня видна анимация, что типа целюсь? Да. Секс. Именно разрабы мы хотели добавить, что типа, можно было двигаться во время спрайтового прицела. Это классно, но, блин, я думаю, что это очень много времени займет на разработку. Поэтому ждем. Я бы хотел, чтобы можно было двигаться с прицелом, спрайтом. Мне кажется, мне надо не машину паять очень сильно. Ну да ладно. Еще похуй. Ты посмотри в воду. Текстурина. Там. Видишь, какая зона, блин, классная, да, там? О, моей тачка с лимана нагоняет. А, точнее, Гриндейл. Там, по-моему, два человека было, если не ошибаюсь. Уехал Гандони. Ну, я ему тачку повредил. Хотя я уже побегу. Потому что где я побегу, чтобы кемпить их. Все они будут возвращаться. Я, кстати, держу лодку отсюда. Видишь? Лодка стоит, прикольно, к аэропорту. Опа-на, тут что, тачка взорвалась, что-то. Вижу, едет машина. Это Гриндейл сам. К тебе подъезжают. Двое, блядь. Прямо к тебе. Вообще шлепочек. Сука, в меня выряжают. Пизда! Двигайся. Ебать, чё так хп дохуя снесло? Снайпер. Я присаживаюсь. А, вижу же откуда. Я даже вижу откуда. Я больше присаживаться не могу. Чел, я, блядь, не боец с таким здоровьем. Бежит, сука, бежит. Бежит слева. Он и займет. Да, я убил, но иди ко мне, да, я тебе аптечку дам. Иди за машину, дам тебе аптечку. Держи энергетику, бандажку. Чел, я садиться не могу. Смотри, там человек, если мне на станции загоняют. Нужен хил. Меня убивают, все, меня убили. Все. Меня убили ни с чего, прикинь, ни с чего. Меня убили бы ни с чего, ну серьезно что ли, ну. Я откуда? Ну вот откуда меня убили, ну. Ну кто меня смог убить, ну просто, честно, расскажите мне. Ну капец, вон горный мальчик бегает, смотри. А, ну есть тебе аптечки отдал тебе. Блин, чел, я не выживаю вообще тут 100%. Хочешь, самоубейся? Не буду самоубиваться. Да, бля, ладно, тут как-то не выйти. Убил одного. Второго убил. Везет, блин, у меня вообще не убили спин дотом.
пацанов тоже аптечек не было вообще никаких. Только бандажки. Сколько тебе мои бинты, по-моему? 6 живых. 5, наверное. Не считай меня, да? Хэйоу. Сын Андрюша, 2005. И это неожиданный видос, ребятки. Это видос Виталика. Скажи привет. Привет, пупсик. Так вот, я и снимаю, пошел нахуй. Ладно. Пупсик. Вижу челика. Тлеба. Вот я тебя в спину-то, на сука, настрелял. Тебе вообще похуй. Я вижу, здесь Ромик сам бегает. Видишь такое? Питер Андурей. Я, блядь, как падаль. Убида. А ты место читерское поднял нам. Чего? Вот там, где ты умер, там место читерское такое. Тебя не видно практически. Теперь сам. Удачи, братишка. Да защитит меня твой труп. Бля, прикинь, зона в аэропорту. Бля. Резко и неожиданно. А чё мне делать? Едь. А как, я, как я через круг проеду? Едь. Как-нибудь. Я вижу челика, привет, челик. Съебись, я не знаю. Блять, но я не перелетел. Пизда. Чё, пизда? Я в воде. Ты пытался перелететь с помощью этого? Да, там у лол, это последний челик. Что-нибудь. Еще нахуй не все потеряно. Он меня как рыбу глушит, блять. По мне шмаляет. ДЦП, у тебя нету выхода отсюда. Ничего, справился? Не вижу пока. Да блять. Жми. Я в зону плыву. Мы с ним будем сейчас играть, кто умрет быстрее. А, я выиграл. Я выиграл. О, нуб долбанный. Почему? О, блин. Это как ты? Да он умер. ДЦП.